Sleep формы глагола. Глагол sleep – это неправильный глагол и переводится как «спать». Его форма следующая. Sleep, также как и сам глагол первая форма, дальше slept – slept. Мы видим, что вторая и третья форма совпадают. Sleep – slept – slept. В принципе, образование данного неправильного глагола очень напоминает образование неправильного глагола keep – держать. Также долгий звук «и» – keep – держать. И здесь sleep – получается sleep – slept – slept. И keep – держать. Keep – kept – kept. Ну, давайте с вами разберем примеры. Значит, есть такое выражение «заснуть» – fall asleep. Например, he fell asleep – он заснул. Далее. I want to sleep. Я хочу спать. И еще один пример. Have you ever slept for more than 15 hours? Ты когда-либо спал больше, чем 15 часов. Здесь используется третья форма slept и время present perfect. Временной указатель for more than 15 hours. На самом деле, также мы говорим часто глагол sleep, например, I want to sleep, я хочу спать, he went. Если кто-то ложится спать, обычно мы говорим выражение go to bed. Например, он лег спать, мы говорим he went to bed. He went to bed. Если вы не выспались, вы можете сказать I slept little, я поспал немного, или I didn't sleep enough. Я не поспал достаточно, дословно. Или sleep – это также сон. Можно сказать I didn't have enough sleep. У меня был недостаточный сон. It was very short. Он был очень короткий. Самое основное знать, что sleep – это неправильный глагол и формы slept – slept.